Швеция, Финляндия, Норвегия, Венгрия, Эстония и Казахстан, выступающие в элитном дивизионе, подтвердили участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре. На днях ожидается решение от Федерации Германии и США, сообщает пресс-служба Минспорта Коми. Напомню, ранее глава Коми Владимир Уйба обратился к Татьяне Голиковой с просьбой разрешить проведение мирового форума в Сыктывкаре при безусловном соблюдении всех антиковидных мер. Федеральный оперштаб республику поддержал. Безусловно, обстоятельства, связанные с распространением коронавирусной инфекции, могут повлиять на окончательный состав команд участниц. От этого сейчас не застрахован никто. Однако мы очень надеемся, что в Сыктывкаре в марте-апреле сыграют все сильнейшие сборные. Организаторы проделали огромную работу и готовы принять у себя чемпионат мира. В рамках чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд матчи элитной группы А запланированы с 27 марта по 3 апреля, а игры сборных, выступающих в группе Б, чуть ранее, с 8 по 13 марта. Вероятно, игры пройдут без зрителей, либо с определенным лимитом по числу болельщиков на трибунах. Все будет зависеть от конкретной эпидситуации в регионе.